Мур, привет, друг, это Зверько. Я прошу прощения, что видео выходит с задержкой. У меня идет дома ремонт. Поехали. Обновление 1.4.48. Фрея. Пассивка. Теперь Фрея ускоряется не на время, а на две базовые атаки после применения навыка. Ранее, собрав ее в скорость автоатаки, под ультой она разваливала лица. Теперь попытались это дело разбить. Стакается баф на ускорение до 6 раз. Комбинация из навыков и автоатак разнообразит геймплей на Фрее. Первый навык. Чуть уменьшили расстояние прыжка. И без стаков он не оглушает, но немного притягивает к центру. Второй и третий стак уже добавляют оглушение и сильнее притягивает цели. Второй навык. Увеличили скорость применения навыков. Опять же, по стоячей цели можно промахнуться, если не учитывать подшаг Фреи перед ударом. Убрали отбрасывание из комбы второго навыка, оставив оглушение и перенеся его на последний удар. Это немного делает удары однообразнее, но с другой стороны появляется комба через ульту. Набиваем стак, оставляем последний удар, ультуем, прыгаем и прожимаем второй навык. Вот и два массовых контроля. Ульта осталась прежней. Фрея стала еще больше напоминать Чу, но посмотрим, может ее еще изменят перед выходом. Сессилион. Первый навык. Магический бонус к урону от расстояния уменьшили со 170 до 160%. Также уменьшили урон на коротком расстоянии с 60 до 50%. Как говорил Чебурашка, мы апали и наконец переапали. Какой хриплый Чебурашка. Атлас. Пассивка. Магическую и физическую защиту увеличили на 9 для всех уровней. Ульта. Уменьшили расстояние зацепа. Второй навык. Добавили иммунитет к замедлению. И уменьшили перезарядку на 2 секунды. Во, хорошее решение. А то как Escape навык не получалось использовать. Аргус. Что тут? А тут наша любимая оптимизация анимации. Лесли. Теперь получает синий баф стрелка. Увеличение урона, но слабость к замедлению. Изменение поля боя. Красный баф. Бонус к физической атаке для стрелков, магов, саппортов уменьшен со 100% до 80%. Уменьшение бонуса должно как-то ослабить стрелков, которые с ним совсем озверели. Башни. Золото за Т1 уменьшено со 100 до 80, а золото за Т3 увеличено со 125 до 150. И на этом пока все. Чуть позже короткое видео про реворк Натальи. Чтобы не пропустить, подпишись на канал. Удачи, друг! Смерть, смерть,